Привет! Это программа «Спорт Микс». Миллион спортивных советов о том, как укрепить здоровье, обрести хорошую форму и всегда находиться в чудесном настроении. Меня зовут Иван Шарпилов. Давайте жить фитнесом вместе. Сегодня в программе проработаем в тренажерном зале бицепс. Сегодня мы работаем над руками. Разберемся в тонкостях дог-фрисби. Есть точность, дальность, есть фрисби-фристайл, есть буллсайд. Приготовим классическое блюдо перуанской кухни. Миллион спортивных советов прямо сейчас. Двуглавая мышца плеча или бицепс – мышца, известная даже тем, кто плохо знаком с анатомией. И именно бицепсы в первую очередь стараются накачать все начинающие спортсмены. Разбираемся, как это сделать правильно. Сегодня мы работаем над руками. Как сделать мощный и красивый бицепс, разбираемся прямо сейчас. Первое упражнение у нас будет подъем штанги на бицепс стоя. Разбираемся в особенностях и в нюансах данного упражнения. Так, исходное положение. Ноги на ширине плеч, штангу берем нейтрально с закрытым хватом. Локти прижимаем к корпусу, не выводим их сильно вперед и не задвигаем назад. Положение корпуса ровное. Медленно, спокойно сгибаем руки на выдохе. На вдохе разгибаем. Никаких рывков и забрасываний штанги наверх с помощью корпуса. Также стараемся ограничить движение своей лопатки. Не помогаем плечом, закидывая его назад. Лопатки свели. В таком положении выполняем упражнение. Итак, вторым упражнением у нас будет поочередное сгибание гантелей стоя. Наша задача встать и зафиксировать корпус, прижать локти. В данном упражнении мы не будем выворачивать гантель наружу. Для чего? Для того, чтобы сместить нагрузку на внешнюю часть нашего бицепса. Потому как со штангой первым упражнением мы как раз-таки отлично проработали общую площадь бицепса. А сейчас немножко сместим нагрузку на внешнюю ее часть. Поехали! Итак, третье упражнение, которое мы будем прокачивать наш бицепс, это сгибание на наклонной скамье сидя. Принимаем исходное положение, упираемся спинкой, опускаем руки вниз, так, чтобы хорошо растянулся наш бицепс. На этот раз мы уже разворачиваем гантели наружу, фиксируем локоть, он у нас неподвижен. Плавно, спокойно мы тянемся мизинцем к плечу, тем самым сокращаем максимально бицепс. Плавно опускаем, растягиваем его на вдохе. На выдохе обратно сокращаем, делаем паузу для того, чтобы максимально прожать мышцы. Растягиваем, вдыхаем. Работая со штангой, ставьте ноги на ширине плеч. Снаряд держите так, чтобы вам было удобно с ним работать. Локти должны быть прижаты к корпусу. Не делайте резких рывков. Не помогайте плечами. Работая с гантелей в положении стоя, не выворачивайте ее наружу. Это поможет сместить нагрузку на внешнюю часть бицепса. Делая сгибание на скамье, следите за положением корпуса. Спина должна быть зафиксирована. Теперь гантель разворачивайте наружу. Делайте паузы, не спешите. Сделайте 4 подхода по 20 повторений для каждого упражнения. Взаимодействие между человеком, собакой и летающим диском. Зрелище довольно увлекательное. Хоть и существует несколько вариаций состязаний по этому виду спорта, суть в них приблизительно одна. Дрессировщик должен бросить диск, а собака его поймать. Разбираемся в нюансах. Можно долго спорить о том, что такое дог-фрисби – игра или вид спорта. Но главное здесь – наличие летающего диска и собаки. Существует несколько вариаций состязаний по дог-фрисби, но общим в них является то, что человек должен бросить диск, а собака его поймать. Есть точность, дальность, есть фрисби-фристайл, есть буллсайд. Но вся задача любой дисциплины заключается в том, что человек бросает, собака ловит. А дог-фрисби знают в мире более 40 лет. На прогулке вы можете играть с собакой сколько угодно, но в спортивном варианте время выступления ограничено 60-90 секундами, в течение которых пара спортсменов должна набрать как можно больше баллов. Для начинающих броски заменяются роллом, катящимся на ребре диском. Собака
собаке до года нельзя прыгать, потому что у нее еще формируется, правильно? Ролл – это вот такой вот бросок, принеси. Да, хорошо, иди сюда. Да, лежать. Ролл, он катится по земле, собаке не надо прыгать, она просто его подхватывает и несет. Но, опять же, этому всему нужно учить собаку, обращаться с диском, приносить его, правильно захватывать, не сбивать лапами. Самая зрелищная дисциплина дог-фрисби – это фристайл. За время выступления спортсменам необходимо показать несколько трюков, каждый из которых обязательно должен закончиться ловлей диска в воздухе. То есть собака может запрыгнуть на спину, перелететь, пройти какую-то змейку под ногами, потом словить бросок, сделать прыжок от человека или в воздухе просто, например, алти, встань, назад, ап, да, супер, молодец. Выбор вида диска, его материала и габаритов зависят от возраста, размеров, силы хвата собаки и ваших навыков в бросании фрисби. Самое главное правило – он должен быть безопасным для собаки. Небезопасны диски из твердого пластика. При игре такие тарелки могут выбить собаке зубы и разбить десны. А если собака схватит диск сильно и разломает, то острые края могут серьезно поранить ее. Породы собак для дог-фрисби могут быть разными, но чаще всего это не слишком большие, активные породы, любящие общение с человеком. Я начинала с собакой с 2,5 месяцев, как она у меня появилась. Вы используете просто, вы кормите с диска, вы даете вот подержать, но никогда не даете грызть. То есть собака должна знать, что это не домашняя игрушка, которую можно грызть. Вы можете этим заниматься дома, но лучше на каком-то ковре, то есть чтобы собака не скользила, лапы у нее не разъезжались. Но лучше, конечно, вот газон, какое-то более-менее мягкое покрытие. Никогда не занимайтесь на асфальте, стираются лапки, следите за безопасностью собаки. Если вы решили заниматься дог-фрисби со своим питомцем, лучше сходите на пару-тройку занятий со специалистом. Вам покажут технику броска, научат правильному общению с собакой, расскажут, с чего начинать занятия и к чему стремиться. О пользе морепродуктов не знает лишь ленивый. Они уменьшают риск развития рака, улучшают работу мозга, укрепляют стенки кровеносных сосудов и снижают уровень вредного холестерина в крови. Готовим севиче из лосося и авокадо прямо сейчас. Это перуанское блюдо вполне можно приготовить в Белоруссии. Для этого понадобится немножко свежего лосося, цитрусовое, авокадо и руккола. Сначала рыбу избавляем от лишней влаги. Разбираем ее на сашими, тонкие пластинки. Выкладываем в форму. Поливаем соком лайма. Теперь делаем заправку. Для этого в миске смешиваем сок свежевыжатого грейпфрута, оливковое масло, немного солим, перемешиваем. Получившимся соусом поливаем рыбу. Лосось начинает бледнеть. Процесс маринования запущен. Переворачиваем рыбу. Оставляем ее на 10 минут. Займемся основой для севиче. В миску отправляем рукколу. Не режем ее и не рвем. Добавляем лук. Используем только твердую часть. Шинкуем его небольшими перьями. У грейпфрута удаляем кожуру и нарезаем вдоль перепонок. Отправляем в миску. Авокадо очищаем, удаляем косточку, нарезаем на слайсы. Чем тоньше, тем лучше. Следующий этап – нарезаем перец чили. Если любите поострее, оставляйте семена. Собираем блюдо. Первый слой – подушка из рукколы, лука и грейпфрута. Сверху выкладываем авокадо, перец. Далее на тарелку идет маринованный лосось. Украшаем петрушкой или кинзой. Это дело вашего вкуса. Приятного аппетита! Начинайте с малого и достигните главного. Отличной формы и чудесного настроения. Миллион спортивных советов. Проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими. Увидимся совсем скоро. Пока!